Приветствую вас, дорогие любители и знатоки шахмат. С вами на связи мастер Фидо Максим Амариев. Играю в блиц по 3 минуты. Приложение шахматы с друзьями ВКонтакте. Итак, у нас тут ферзевый гамбитик. По 3 минуты, сами понимаете, времени не очень много, поэтому буду подмечать только самые важные моменты. Тут пока развитие идет, ничего особенного не произошло. Конь Е2. Ну вот, в принципе, я допустил то, что не стоит допускать в Карлсбаде. Это идеальная расстановка за белых. H6. На слон H4 играю конь Е4. Так называемый вариант Ласкера. Какая-то разгрузка здесь происходит, хоть не так тяжело жить. Так, ну коня надо подвести на f6, очевидно. Наверное, f5 даже сыграю. f5, конь f6. Потому что у нас акцент игры будет именно здесь, на королевском фланге. Так, конь e2 хочет коня на f4 вести. Смысл понятен. Ну, пускай ведет. Конь f4, король h7. Пункт g6 я прикрыл, чтобы вилки не было. Сейчас хочу сыграть g5. Вот он не дает. В принципе, правильно делает. Теперь у меня слон на d7. Надо с ним как-то порешать. Слон e6 играю. В принципе, этот размен не страшен. Слон f7. Беру перчику на прицел. Ну и заодно от конь g6 защищаюсь. Так, слон b3. Что же делать-то? Ферзь b4 шах. Профилактически такой дадим. Так, друзья, ну давайте слон бьет b3, в эндшпиль перейдем. Просто пешки сдвою здесь, структуру испорчу. Ну, в эндшпиль я имел в виду, если бы он съел ферзем. А раз не берет, то тут немножко другая игра. Играем пока что А6, чтобы пешка нигде не висела. Не вижу тут особо смысла торопиться. Сейчас могу сыграть конь G4 или же даже конь D5. В принципе, конь D5, этот размен будет выгодный. Вот, наготове у меня ход конь D5. Так, куда-то он коня ведет. Ну, ладья... А, ладья E8 нельзя, и закончится 7. Тогда ладья f7. В принципе. Где-то сдвоиться могу. Итак, сейчас. Какой у меня план действий? Ну, ферзь b5 с шахом отойду для начала. Далее. Давайте ладью введем в бой. Все-таки ладья на А8 стоит, непонятно, что делает. Ладья Е8. Конь Д5. Меняем этого коняшку, если он согласится. Отлично. Играем CD, линию С вскрыли. Итак. Пожалуй, сыграю ладья Е6 и ладья С6. Потому что линию С так сразу не удавалось занять. Ладья e6, ладья c6. Времени совсем мало, друзья, поэтому я ускоряюсь. Прям зверскими темпами ускоряюсь. Так, ферзь c2, ладно, в эндшпиль перейдем, черт с ним. Так, сюда захватим линию. Ну, давайте сыграем ладья d2. Хочу сдвоиться по второму ряду. Ну, это он совсем слабо разыграл. Ладья b5. Пешку не отдаю, конечно. Сейчас моя идея это a5, a4, ну, или b6 сыграть для начала.
А4, пешку погнал вперед, уже все. Несмотря ни на что, просто вперед. Ну, это сдача, ребятки. Ферзя только ставим. Пошла, пошла, родненькая. Надо все пешки съесть быстро. Опа, даже мат поставил. Вот так-то, друзья. Соперник мой немножечко опрометчиво сыграл в середине игры, вот здесь. Ну, во-первых, линию С, конечно, не надо было скрывать. Это была решающая ошибка, на мой взгляд. Ну, тут конь бьет D5, бить, ну, совсем не нужно. Конь G6 вполне хороший ход был. Далее коня можно на E5 перевести. В общем, тут не так просто играть черными. Ну а на этом, дорогие друзья, все. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал Школы Шахмат Чесс Мастер. Ну и кроме этого, рекомендую вам получить книгу, которая называется «21 критическая ошибка новичка в шахматах». В этой книге собран мой весь 15-летний опыт, и вы сможете значительно повысить свое мастерство.